Наш добрый телеканал АТВ, Михалыч. Говорим о погоде на 24 апреля. Всем, кто нас смотрит, оставайтесь с нами и будьте здоровы, чего мы вам всегда желаем. Партнер программы — косметологические центры «Гармония». Доверяя профессионалам, вы остаетесь в гармонии с собой. Косметологические центры «Гармония» – это многолетний опыт работы в эстетической медицине. Это профессиональный уход за лицом и телом, услуги ногтевого сервиса и стилиста, комплексные программы спа-отдыха. «Гармония» – исполнение красивых желаний. По республике, по северной половине республики влияние циклона — дождь, мокрый снег, по северному Прибайкалью возможны сильные осадки. По остальной территории преимущественно без осадков, днем теплая погода, ветер западный 7-12, по северной половине порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха, северные районы нашей республики, ночью минус 4-9, местами до плюс 5, а днем максимальное 15 градусов тепла. Весна идет, весне дорогу. По центральным районам ночью плюс 2-7, местами до минус 2 еще, а днем плюс 19-24, какой перекос. По южным районам ночью плюс 1-6, местами до минус 2, а днем 21-26 градусов, почти лето, радуйтесь. В нашей любимой столице без осадков, ветер восточный, днем западный 7-12 метров в секунду, минимальная температура ночью плюс 3, максимальная днем 25. А жарит тепла, атмосферное давление будет падать. Я всегда хотел ответить людям добром по жизни, но жизнь научила меня отвечать взаимностью. Люди, спешите делать добро. Ваш Михалыч. Всего доброго.